вот, лучка побольше. Вот, красавица у нас какая рыбка. Так, ну и, конечно, мы посолим это. Вот в этом случае мы посолим. Там мы не посолили, а здесь мы посолим. Не постесняемся. Так, ну что, с Богом. Заворачиваем вот так. Знаете, как вот в интернете здорово, как вот люди показывают, как это надо готовить, как это надо упаковывать, вот так вот, да? Молодцы, вот вообще интернет хорошая штучка. А кто-то вот из моих знакомых смотрит и говорит, вот хотят, как я все делать, вот как я делаю. У меня учатся. Мне прямо приятно, ребята. Спасибо всем, девчонки, мальчишки, все, кто с меня берет пример. Я бы хотела бы вот, чтобы вам было хорошо, приятно, и мне от этого вдвойне приятнее, что вам хорошо. Так. Лимонный, значит, теперь следующий. С лимоном мы сделаем. Там надо на лимон добавить. Короче, смотрите, я делаю уши, потому что мы первый раз эту рыбу готовим. Никогда мы ее не покупали. Мы решили попробовать, что это рыба. Вот вкусвилл продается такая рыбка, да? Ну, вот сейчас смотрите. На третьего интернационала у нас возле Бум-Сити. Такой магазин в новом доме. Вот. На Куйбышев он был, вот, в Советском районе где-то есть, я не знаю. Вот. Это знакомый говорит, я, говорит, а вот Лена, покупаю все там. Мне там нравятся продукты. И мы как-то так не захаживали туда. Один раз зашли, нам показалось, что далековато на Куйбышева топать. Мы не стали ходить туда. А зря. Вот. Ну, вот, пожалуйста, хорошенечко сдобрите вот так, да? Так, и что я возьму? Лимончик. Я беру лимончик. Сейчас я возьму лимончик. Так, поможем. Так. И сейчас мы его так отрежем ему часть верхнюю, лимончику этому. Сейчас он мне нужен. Ребят, вообще вот я жалею, что я поваром не стала, шеф-поваром. Сейчас бы, если бы я поработала в ресторане, я бы так любила бы там удивлять своих посетителей. Вот. Вот видите, берем лимончик и вот так вот. Ух ты, еще попробуй выдави. У меня женской силы моей мало, лимончик оказался такой мальчик крепкий. Вот такой, ой, вот так вот, тебя, голубчик, вот так вот. Вот, попробуем с лимончиком. Конечно, никогда с лимоном не готовила, но попробуем. Где там формочка? Ага, ну, вот у нас есть вот такая штучка для выжимания сока, да? Вот сейчас попробуем тоже ее так употребить. Как она тут применяется сейчас. Угу. Ой, не могу ее снять. Не могу эту крышечку снять. Крышечку надо. Руки мокрые. Да ладно, я уже без этого, без этой крышки.